Ой, как там же. Это мы их туда заметили, наверное, да? А вода прелесть. Это дерево древнее, я вам скажу. Я не знаю, сколько лет, но факт есть факт, что оно лежит. А если лежит, оно потеряло силу расти вверх. Видите дыру? Это сгнило внутри, и за счет этого оно ослабло. Ветер дунул и упало. Идем дальше, я вам покажу. Это находится в парк в зоне города Филадельфии. Вдоль этого парка там идет речка, где сейчас наши дети. А вот моя дочь. Видите как? А идти к нашему дому недолго, 5 минут. Здесь вроде плохо. Здесь можно подорваться от их ритми. Итак, мы пришли к развилке. Есть дорога. Дорога буквой Т. Одна влево, одна, конечно, безусловно, направо. Но по логике мы находимся вправо, надо идти. Если мы налево пойдем, мы будем идти блудить вдоль парка, а если еще левее, то мы к водоему пойдем. Но мы идем, наша задача дойти домой. Дело в том, что у нашей Кати голова болит, и нам надо возвращаться в наш лагерь. Обратите внимание, на улице, как я говорил, 33 градуса по Цельсию тепла, а здесь в парке очень хорошо. Сейчас 30 мая, я вам скажу, еще камашки, комары еще не все родились. Вот. И пока нас ничего не кусает. Здесь тоже есть крапива, видите? Она тоже ужасно хорошо. Пошли дальше. Вот малина. Здесь ее очень много. Ну вот это крапива, как я говорил, а вот малина. Вот. Вот. Идем дальше. Здесь есть олени. Не знаю, лисы. Зайцы. Зайцы есть. Короче, есть куда им прятаться, видите? Из парка прибегают к нам в бэк-ярд. Обратить внимание на это дерево. Пожалуйста, оператор, снимите вверх. Видите, какое? Оно большое, старое, оно тоже скоро упадет. Зеленого массива на жилые площади. Ты тут такой темный. Как, загорел? Ну, от неба засветление. Вот. Сейчас машины проедут, и мы будем переходить дорогу. Это наша улица, если идти еще 2 минуты, мы приблизимся к нашему дому. Это Катя наша. Вот, моя жена устала, решила присесть. Катечкой мы уже идем. Мы уже приближаемся к нашему дому. Катя, как всегда, впереди. Обрезана, чтобы на провода не шло. Вот наш дом. Вот это наш дом. Тастин 18-11.
Отут ми живемо. Здесь у нас дерево есть, видите, какое хорошее. Оно осенью очень красиво. Идем дальше. А клен наш? А я, а да. Это наш клен, мы купили вот его. Мы маленькое деревцо. Маленький, видите? Идем теперь сюда, яблоня. Это яблони мы посадили. Что интересно, я посадил подсолнух. Он еще маленький. Есть у нас смородина. Есть крыжовник. Плодами. Идем. Сейчас мы посмотрим нашу боковую часть дома, Свет. Эй. Если ты снимаешь, ты должна снимать меня и то, что я говорю. Вот виноград. Подожди, я не успеваю за тобой. Мы также любим цветы. Мы посадили цветы. Раз. Травку посадили здесь, видите? Света посадила, между прочим. А почему? Потому что когда дождь идет, земля идет на дорожку. Чтобы не шло, мы посадили траву, чтобы она как бы тормозила. Идем. Здесь два куста роз мы посадили. Желтые, красные, помидоры, крыжовник. А вот там дальше яблоня есть. Вот. Я думаю, что эти палки маленькие будут для помидор. Давай и сними яблоню, и там есть три яблока. Я покажу маленькую. Сейчас, подожди. Это Света посадила, видите, петрушка, укроп, лук, салат какой-то. Он же цветет. Это щавель он был. Вот, надо, чтобы он... Слушай, тут у нас петрушка, это высеется, и еще получится месс тут. Валик, ничего не высеется. А это рассада цветов, это огурцы, видите? Цветочки. А вот яблони. Все. Вот. Видите, яблоко есть. Маленькое. Одно. Там второе. Здесь три. Он еще молодой. Там подсолнух. Надо будет полить яблоню, траву. А там гарбич лежит вот напротив у соседей. А теперь идем, где мы сидим. Пошел. Там снимешь. Все. Сейчас мы заходим, где мы сидим и отдыхаем.
Вот это построил я для винограда. И чтоб тень была. Вот здесь есть калиточка. Здесь так сделано, чтобы можно было сидеть, отдыхать и чтобы ощущать себя уютно. Заходите, кинооператор. Смотрите под ноги. Вот, видите, стулья, цветы. Между прочим, эти цветы посадила моя жена. Очень красивые гвоздики, они мне очень нравятся. Есть и такие цветы. А вот это я подарил моей жене на День Матери. Смотрите, какой нежный, красивый. Комбинация. Вот тут наша родня отдыхает. Среди цветов, среди винограда. Вот. В такой уютной обстановке. Вот среди помидор, там плоды еще маленькие. О, я сейчас полью чуть-чуть. Нет, Света сейчас будет поливать помидоры. Видите? Она ухаживает за ними. Тщательно. Ствол такой большой, толстый. Сними, какой ствол большой. Смотри. Ты немного я полежал? Да. Мама? А что он вроде куда? Они даже не знают, что там было. Мы пересаживались. А, да.